Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47. Время и частоты трансляции, а также другую информацию о нашей радиостанции вы также можете узнать из нашей интернет-страницы по адресу www.knls.net. В поисках смысла. Программа об открытии нового духовного смысла в окружающем нас мире. Мысли об обновлении нашей жизни, известные всем слова, раскрывают свое изначальное значение. Слушайте передачу «В поисках смысла». Во времена Иисуса Христа по Палестине бродило много проповедников, возвещавших приближение Царства Божия. Большинство из них описывало приход этого Царства в апокалипсисе.